see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Я так понимаю, что 400 грамм сыграли как бы финальное решение, потому что тут как бы есть рефери, есть понимание, но финальное решение все равно было за тобой, Шахзан. Неужели не хочется самому себе доказать, что 400 грамм никак не влияют, и если ты готовился к этому бою, просто выйти и доказать не только там людям, а самому себе, что 400 грамм ничего не влияют, и победа, она, ну, будет еще вкуснее. Вот именно вкус победы. Ты сам готовился к этому бою, человек готовился к этому бою. Возможно, есть какие-то условия там дополнительные, человек, может быть, хочет сказать, но хотел бы... Я почему этот вопрос задаю? Потому что когда объявили Шахзан Мирзаматов и Хамзан Чапанов, были огромные аплодисменты, и по-любому сейчас все будут аплодировать, и все хотят увидеть этот бой. Так, ребята? Здесь не нашел там 400 или 500 граммов, даже килограмма. Не имеет значения, если честно сказать. Я 77 где-то, да, вообще? Боец 77. Я всегда делал вес. 50 грамм, да, всегда сошел. Злоем говорят, что он Хамзат не может до 77 сделать. И говорят 80. Чтобы бой не отменили, я сказал, все, ладно, на 80. Тут уже там... если не ошибаюсь, 2 килограмма уже перевес. А уже на 80 градусов, если так получается, 400 или 500 граммов на спину. Ладно, это не спину, да, просто я своим соперникам всех уважаю и с уважением отношусь, да. Говорят, он вес не сделал, там, не сделал 400 там, 500 грамм не сделал, говорят. И я скажу, а он там будет, ну, там, туда-сюда. Это неуважение ко мне. Как я так, ну, с уважением буду относиться к этому? Не та ситуация, по которой можно отменить, тем более гость прилетел с другой стороны, и ты слышал прекрасно, какие сейчас были аплодисменты, и ваш бой, он транслируется там UFC Pass, вы главный, вы просто главная обложка, и это действительно было бы интересно, и я думаю, тебе самому себе внутри было бы интересно доказать то, что не 400 грамм, то, что ты 77 килограмм дерешься, это просто своя победа, двойная победа. Это было бы реально прикольно. И я очень надеюсь, что все равно еще решение можно изменить, и этот бой состоится. Ну, как бы дело за тобой, понятно. Тебе только принимать решение. Но я вот честно говорю, и все люди, они собрались здесь. Ваш был главный бой, и было бы интересно действительно. Спасибо большое. И есть проблемы такие весовые. Я изначально знал, что они сделали вес, потому что 18 дней было. Я вышел из клетки после боя, мне сказали, вот пробой 100% его утвердили, я согласился, но я не был уверен, что я сделал 77. И как бы на 80 договорились, это промежуточный вес такой есть. И на этом турнире много людей в промежуточном дерутся. Так как это не титульный бой, ладно бы за поясом, надо его по-любому делать. Это раз, два, ну 500-400 грамм. Обычно это штраф 10% с гонорара или желтая там карточка, я согласен даже на это. Вот. Не знаю, по поводу того, что неуважение, там воду пью. Я когда спустился, его все представители снимали меня со всех сторон, мой вес. Я его даже не видел на взвешивании. В смысле, я просто доверился, а сейчас он говорит то, что... Я не уважаю эту воду, я имею право, что я взвесился. Я сказал, что я больше не буду гонять. Это раз, два, я приехал, чтобы не подставить турни, так как я главный претендент, он тоже из Москвы, ну, с другой стороны, как бы, не подставлять Махмуду Мурадова. И этот бой вообще интересен с тем, я не вижу вас, претендента, кроме него. Ну а если следующий раз этот бой будет, то только за пояс. Ну уже неинтересно. До этого Эдин снялся, сейчас он из этих граммов
не знаю, 500-400, не принимают боли, не знаю, абсолютно в чем дело. Вот. Так что, ну, такой комментарий. Что сказал там, не нашел там 400-500 грамм, я на 80 согласен, что 400 грамм. И, не знаю, сейчас там, тоже не убил. Мне без разницы. У каждого есть выбор, он мог не соглашаться на эти 80, никто никого не заставляет. Ну так, а ты сам сказал, там, сам понимаешь, да? 80 килограмм есть такая весовая категория, промежуточная, в лигах есть она, и ты не первый раз слышишь о ней, я уверен, что ты 90% боев в этой лиге провел именно вот 80 килограмм. И не делал 77. Если за пояс, то понятно, 77 там 100 без допуска, по-моему. Не знаю, из-за этих 400 грамм, главное, бой вечера, главное. У тебя сейчас что плохо, Маша, брат? Время, да? Время не сидел, брат. Как? Не понял. У тебя на это время не хватит, зачем? Нет, состояние. Я 150 сказал, что я... Ты последний раз дрался в мае, а я и 20 дней назад дрался. Ты усиливаешь, набираешь вес, потом тяжело уходит. Любой боец, наверное. Ну, смотри, я тоже тогда тоже на 80 согласился, понимаешь? Я говорю, ты, получается, согласился на 80 и... Ну, с тобой же дальше согласился на 80. Штраф можно сделать в 500 грамм. Зачем мне твой штраф и твой гонорар? Ну все, ты не хочешь драться. Не я и вес не сделал, а ты не хочешь драться. Вот так вот это надо. Сделай вес, я в любое время с тобой. Если тебе время мало было, брат, надо да. Сказать. Я так скажу, брат, там, не знаю, сейчас кто там, президенты, да, вы там. Мне не надо думать за уважение, воду пил, это делал. У меня сделайте вес. И всем делайте. Происходит, например, 9-10, без разницы, делайте вес. Все. Я вот на 77 с другим человеком за поиск в операции. Я вас всегда слушаю. Знаешь? Все вас поздравляют. Bunda 10 yıl boyunca destan verdiğinde bir de saksonda razı oluyor. Lakin her an yapmış etkiye fikir yemem. Bunda başka zaman gelen, kayısları olsun, iki tane, üç tane, bir zaman, sakin, şu bir, dokuz, dokuz, bunda havasını da doğru yakın verin. Burası, bu körüzde yaptı ve tabii 3 kilo başka zaman olur. Bu rolü olur.